Чтобы собрать очень много хрустящих огурчиков, необходимо подкармливать их правильными удобрениями в конце сезона. В начале роста им нужен азот, при плодоношении калий и фосфор. Но кроме этого, им понадобятся и другие микроэлементы, чтобы стоически переносить все нападки окружающей среды. Одним из самых опасных является знойная летняя жара. И я расскажу про удобрение, которое поможет огурчикам развиваться вкусными и сочными, несмотря на все преграды. Я рекомендую с начала первого цветения огурчиков начать вносить хлебную подкормку и делать ее вплоть до плодоношения растений. Хлеб отлично воздействует на огурцы благодаря своему дрожжевому составу, помогает улучшить урожай и защитить кусты от самых разных вредителей и патогенов. Хлебный настой содержит фосфор и азот, которые очень нужны растению в период цветения. Цветки будут более крепкими, завязи не будут отпадать, а плоды будут очень хрустящими и сочными. Подкормка стимулирует рост, дает растению аминокислоты и витамины для роста даже при плохом освещении, улучшает структуру почвы, а также повышает количество зеленцов на кустиках. Чтобы приготовить это средство, берем любой хлеб, хоть сухари, хоть с плесенью, и заливаем 10 литрами воды. Тщательно перемешиваем и настаиваем в течение 2-3 дней. Как только сверху появляется пена, настой готов. Подкормку делаем по 1 литру на куст раз в 2-3 недели. И после каждой подкормки через 1-2 дня добавляем под куст немного древесной золы.